Лучший отель на острове Маврикий – Софитель Сомаурикиус Бель Омбре. Поехали! Роскошный комплекс расположен в юго-восточной части острова. Поражает гостей эксклюзивным дизайном своих интерьеров, созданных великим Кензо Такадо, и огромной благоустроенной территорией. К размещению гостей предлагается номерной фонд из 92 номеров с зонами патио, тропическим душем и оборудованной ванной, и уединенные виллы, с террас которых открывается панорама океана. Питание организовано в нескольких ресторанах отеля, где подаются блюда мировой и аутентичной кухни. На пляжах работают бары, которые предлагают освежающие напитки и гриль-меню. Гости проводят время, отдыхая на белоснежных пляжах вблизи лазурных лагун, принимая оздоровительные процедуры, в том числе и иглоукалывание золотыми иглами. Обучаясь йоге или получая удовольствие от морских развлечений, организованные в отеле таких как плавание с дельфинами, морские прогулки на лодке с прозрачным дном и занятия морскими видами спортивных развлечений. Еще один лучший отель Маврикия – Four Seasons на Маэ. Роскошь и комфорт этого отеля поражает самых требовательных путешественников. Размещение предлагается в современных виллах с бассейнами и садами, из которых открываются пейзажи мангровых рощ, гор и лазурного побережья. В ресторанах отеля предлагаются блюда национальной и интернациональной кухни. Тропические фрукты, коктейли, десерты, лучшие вина ведущих мировых производителей. К услугам отдыхающих отлично развитая инфраструктура отеля, зона спа, оздоровительный центр с процедурными кабинетами, соответствующие мировым стандартам, поле для игры в гольф, корт для тенниса, детский клуб и клуб для подростков. Гости отеля имеют возможность не только проводить время на великолепном оборудованном пляже, но и заниматься дайвингом, серфингом, вейкбордингом и другими морскими видами спорта. В отеле предлагается организация морских прогулок, рыбалки, кулинарных мастер-классов и экскурсионных программ. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось и было полезным. В предыдущих роликах мы тоже рассказывали о шикарных местах. Ссылочки будем оставлять в описании. Не забывайте ставить лайки. Всем удачи и пока!